Всем привет, я Паша Головкин, это «Фотографии вообще». Сегодня 1 ноября, и я объявляю фотоконкурс «Фотоголова 2022». Это я записывал в Париже 31 января этого года. Меньше чем через месяц началась война, которая отменила многое, в том числе и наш с вами конкурс. Самые главные фотографии за этот год сняты на территории Украины, а в нашем конкурсе по правилам нельзя показывать жесть, а не показывать фотографии из Украины нельзя. Круг замкнулся, конкурса не будет. Всем мира!